Вот так вот выглядит радиатор Део Матис. Сейчас мы его будем промывать. Заливать воду в одно отверстие и вливать ее воду через второе отверстие. И так несколько раз. Ну, вот если промывать сетку, вот такая вот хрень. Можно считать, что я почистил. Подставил воду. Смотрим, что снизу утекает чистая вода. Здесь у нас утекает чистая вода. Промыл я сетку всю. Очень много было здесь мусора. Изначально вода отсюда как ржавчина выходила.